Месяц октябрь, середина осени, ее коренной месяц. Это месяц облажных дождей, мокрого снега, зазимник. Древнерусское название месяца октября – листопад. Есть еще и второе – грязник. Оба они подчеркивают характерные особенности этого месяца – обильный листопад и большую грязь. Октобр, восьмой назывался он у римлян. Много разных примет и народных поговорок связано с этим месяцем. Он ни колеса, ни полоза не любит, землю покроет где листком, где снежком. В осенней ненастье семь погод на дворе сеет, веет, крутит, мутит, рвет, сверху льет и снизу метет. Слишком уж разнообразное явление природы в октябре. Лес перед долгим зимним сном разоделся в свой последний цветной наряд. Золотой парчей, белоствольные березы, ярко-красными стали кроны осин, всеми цветами радуги загорелись остролистные клены, побурело начала раздеваться липа, темнее стали дубы, теряет свою нежную хвою и лиственница. Только не властно осени над разлапистыми елями и стройными соснами, они остались без изменений и всегда радуют глаз своей вечно зеленой хвоей. С деревьев с легким шорохом падают на влажную землю разноцветные листья, все плотнее и плотнее покрывая ее мягким, пестрым ковром. Позднее ударят крепкие заморозки, подует резкий ветер листодер и потечет дождем лист. И лес разденется, потеряв все краски золотой осени. Первый снег, выпадающий в месяц октября, еще не делает зимы. Недаром в народе говорят, первый снежок не лежок. Пока лист с вишни не опал, сколько бы снегу не выпало, оттепель все равно сгонит. И зима без трех подзимков не бывает. 3 октября – день Астафия ветряка. На Астафия примечают ветер, северный дует к стуже, восточный – к ведру, южный – к теплу, западный – к мокроте. В этот день, если видели туманные или те удлиненные паутины, то это признаки теплой осени и позднего снега. 5 октября – определяющий день. В старину смотрели на березу, если с березы лист не спал, то снег ляжет поздно. 7 октября – день фёклы, зревницы. Начинали молотить хлеба и дергать свеклу. С этого дня женщины пробовали прясть. 9 октября – день Иоанна Богослова. Если в этот день выпадал снег, то зима установится на Михайлов день.